Ну а теперь самый адский ад. Это убирать все после приготовления. Я все мыла в процессе, ну, там, например, мясорубку, какие-то чашки. Убирала в посудомойку, но все равно здесь уборки завалились. Ой, вы меня за чашкой-то не видите. Тихо, моя малышка. Ни в коем случае, чтобы не разбить. Так. А может в бутылку, прямо в бутылке выкинуть это масло? Перелью бутылку в пакет. Не знаю. Сейчас погодите чашку. Хозяйство какое-то было, можно было бы отдать, чтобы поросятам варили и по чуть-чуть добавляли. А так это масло никуда не денешь, только на выброс. Но не кипяток, но не холодный. Я по второму кругу его не использую. Удобно с этой сковородкой, эти черные. Тепленько пошло, полосну все же от этой нагаре, чтобы мне осудомойку это не шло. Не хватало, чтобы она у меня забила. Мясо не отвалится, а сюда мелко. Сейчас ковер уберем тоже. Любимое занятие. Вы знаете почему? Потому что оно в муке. Муку тряпка не сотрет, либо тряпка не выберет. Так, что дальше? Сейчас это протирать все. Сейчас погоди. Ой.
руками голыми это брать нельзя, это адская смесь. Даже запах у нее химозный. Я еще чай не пила, знаете, чайку хочется. Я, наверное, сейчас заварю себе и пойду на балкончик. Ух, вонючий. Дышать нечем. Ядовитая. Оставить на завтра. Завтра у меня с утра будет плохое настроение. Поэтому я предпочитаю это сделать сегодня. Я представляю просто себе, я буду на кухне, вот тут этот срач. Это хуже придумать ничего нельзя. Лично для меня. Сейчас у меня спросят, шкребет ли, царапает ли этот скребок. Может, и царапает, мне пофигу. Мне главное, чтобы здесь жира не было. Плите лет. А, ну 5, больше. Больше 5 лет плите. Вы же видите, как она выглядит. Скребком я пользуюсь всегда. Каждый день и в день могу по нескольку раз. Даже здесь на ручке духовки жир, брызги. Вода ж коричневая. Капель тоже сразу мою. Потому что если сразу мыть, то никогда не будет проблем с обмыванием. Сразу чисто. Как только оставил на какое-то время, даже там день, два, три, потом это все отшкребать, я терпеть не могу. Я лучше сразу потрачу эти 10 минут. Промою. Потом все чисто. Отсюда еще натрясу. Помещу. Раз уж вот так пошел.
смотрите куда-то в бок. Так, теперь раковина. Подожди, еще одна деталь. Сейчас еще эту сторону рассмотрим. У меня здесь моя чашечка помытая. Уже завтрашний мой кофе ждет. Так. Эйба у меня стояла, помогала снимать ножки от масла, тоже жирные. А это замочить тряпку доместосом. Всегда на ночь замачиваю привычкой. Сейчас еще сначала раковину протру. И уже как раз пропитается хорошо. Дезинфицируется. Красота. Красота. Кухня как новенькая. Чай давайте заварим. Подогрею. Выпью из этого, из пакета.
Ой, все, закончили. Не заляпалась я нигде. Вам желаю спокойной ночи, друзья мои. И до завтра, конечно. Завтра у нас будет новый день. С новыми силами. Новые дела. Знаете, что я сейчас сделаю еще? Я в чай добавлю медовуху, которую я купила в этом. Медовуха, знаете, какая? С облепихой. О, мне будет вкусно. Полечусь как раз. Все, мои сладкие. Доброй ночи. До завтра.